одному какой-то, слева. Вот все, наш клиент сейчас на самое. Вот вы на остановке нас остановите, вон там за светофоре на остановке. Вы сейчас переходите в другую сторону, если он не уедет. А вот сразу направлено. Даже 70%, что он нелегал. Он не обклеен, это уже. В общем, даже если у этого будет счетчик, то мы садимся. Добрый день. Что денег будет на Роза Люксембург? 176. 100 тысяч нормально? Поехали. Ну, отомкните, ребята, пакет, а. Город красивый, вот с погодой, это благо. Главное, чтобы не крещенство. Тут минус 10. В субботу было мороз. Как здесь налево? А, вот здесь город? Вот здесь налево. Возьмите. В налоговом Московского района была проведена у вас контрольная закупка. Догадался. Итак, расскажите, как долго вы работаете? Занимается услугами по перевозке пассажиров, а именно частный извоз. Ну как долго? После Нового года. Вот пошел подзаработать еще. Сколько вами было принято наличных денежных средств за данные услуги перевозки пассажиров? Ну, сейчас вот 200 тысяч в кармане, вот видали. Все, что имею. Я забираю это, сразу, ну, это как бы мои... сразу свои контрольные деньги, возвращаю. Хорошо. Вашу сдачу. Скажите, являетесь ли вы индивидуальным предпринимателем? Ну, не успел открыться, как бы, потому что хотел, да, я как бы понимаю эту ситуацию. Но... На вас будет составлен протокол административного правонарушения по части 1.1 статьи 12.7 Кодекса административных правонарушений, а именно незарегистрированная предпринимательская деятельность. А сколько сейчас даете? Предусмотрен до 100 базовых величин. С конфискацией орудия административного правонарушения, либо без конфискации, а также дохода, полученного от вышеуказанной деятельности. Здесь однозначно будет составлен протокол, так как у данного гражданина было систематическое получение дохода. То есть это был не первый раз. Также данный гражданин свой автомобиль оснастил плафоном, что доказывает то, что он целенаправленно осуществлял такую предпринимательскую деятельность. Тут есть несколько проблем. Думаю, что если нелегал, то у него будет дешевле. На самом деле где-то процентов на 20 стоимость проезда у нелегалов дороже. Легальные такси, прежде чем выехать на линию, да, они проходят медицинский осмотр и осмотр автомобиля на исправность. Нелегал же, он этого ничего не проходит. У вас подвигло на занятие незарегистрированной предпринимательской деятельности, как и всех, тяжелое материальное положение? Так и напишите, что в связи с тяжелым материальным положением. За 2012 год всеми инспекциями города Минска, значит, проведено 230, значит, проверок по данному вопросу. Выявлено, значит, 139 фактов осуществления извоза без госрегистрации. Вот из этих 139 граждан обращено в доход государства только 2 автомобиля. По моему мнению, пока не будет какого-то принято определенного решения по усилению ответственности, а именно по обращению автомобилей в доход государства, то эта проблема будет и дальше существовать. В преддверии, особенно, я говорю, еще раз заостряю внимание, чемпионата мира, какое лицо мы покажем иностранным гражданам, я не знаю. То есть, если вот это все будет продолжаться в таком вот ракурсе.